Да. Это как у Высоцкого. Ну, сумасшедший, чего у тебя? Да. Поехали за камнями. 27 февраля. Он нам. На разведку, мы на разведку. Ехать надо вот сюда. Хотя вот здесь вот дорога гораздо лучше прочищенная. К сожалению, она ведет на кладбище. Да, на кладбище. Нам нужно пути. Прохладно, да? Прохладно, да. Ну ладно, да. Давай, стартуем. Вот, добрались до копей дальнего. За сколько добрались? Так, сейчас 10 минут. Красота. Дорога на самом деле не очень плохая оказалась. Пешком 30. Укатана. Да, пешком 30. Отсюда километра 2,5. Поехали. Ну вот. Блин, ямка. Ладно, будем чистить. Вот спутник наш вечный. Несется. Олень. Не очисти мой зернорыш, как дров накидаю. Ты мне покажи, где он. Покажу. Вижу, работает, нет? А? Да не вижу. Фу. Да. Вот я укрупняю, пакет не вижу, тебя не вижу. А, во, лицо вижу, так. Пакет бросил. Может быть, снежком припорошило, так там не замерзло? Ну, похоже, что не очень замерзло. Да? Можно пробовать крылкой, но подолбить. Сейчас я расчищу полностью здесь, пойду там расчищать. О, беремчик. Ну, не беремчик, а это зелень беременна. Да. Ну ладно, расчищай. Потом, наверное, сходишь за инструментом в машину, сын. А? За инструментом, может, в машину сходишь. Так я пока расчищаю, не знаю. Давай посмотрим, может, это. Не, я буду дрова готовить, тут много надо. Они под снегом, трудно. Ладно, давай. Готовь, готовь. Чисти. Поищем. Плохо кадр взял, здесь не видно нифига вообще. Только чтобы посмотреть за нор остатки. Застыло все. Ты не весь мизинтер взял? Нет, конечно. Я два стакана. Там эти щепки. В тех местах. Сейчас тоже там подолбимся, посмотрим. Хорошо, классно на улице. Замечательно. Поймай. А где он? Вот. А, вижу. Вот ничего нет, да? Начинаю копать. Чудеса. Копать, а там огонь появляется. Копаю. Класс. Чем быстрее копаешь, тем больше огня. Трет землю, она нагревается. Смотрите, она... Вот прогорело почти. Я начинаю копать палочкой, только палочкой. Класс. Что-то хоть отогрело у тебя там? А? Что-то отогрело хоть? Ну так вот, вон она, ручеёк-то. Ну. Она в ручеёк. Да, о, грязь какая пошла. А там второй мини-пожог. Вот. Смотрим, что из этого получится. Молодец, какая яма уже. Так, я там папа долбится. В том месте, где я сделал мини-пожог. Сколько это еще не вся ее длина, ну и глубина, соответственно. Ты работай. Чего? Снимаю. Или бы какой-нибудь волчара побежал, что ли?
очагу. Блин. Не, вслепую снимаю, ничего не вижу вообще. Вслепую снимаю. Ты где? О, вот ты. Ну да. Да нормально, наоборот, вода будет кипеть, хорошо. Ну, она потом пазы попадет и опять замерзнет. Разорвет. Ну. Ага. Нормально. Сынуша. Ну. Дай мне это огненная жидкость. Это все в сторону убрали. А у кого спички? На. Снимаемся. Давай, давай. С Богом. Пожог. Называется это. Неплохо. Нормально. Сейчас черти полезут оттуда. На сама хозяйка вылезет, чувствую. Не, ну иначе как. Класс. Ладно. Ага. Да. Ой. Не знаю, что сфотографировалось. Руку, давай. Опа-на! Ну все. Процесс пошел. Она сейчас будет пластать всю ночь. Так, время сколько уходим? Домой надо. Не работает. Четвером я специально, когда позавчера смотрел. Четвером нет, есть втроем. В одном собака стоит вот так. Но. Сюда лицом, а потом сюда лицом стоит. Там, вот. Кстати, все мое. Блин. Только что потеряли полчаса. Ай. Да ладно. Выезжали. Достаточно глубоко здесь. Если была бы задняя приводная, не выехали бы. Какое сегодня число? Третье. Третье марта. Начало работы. Да, вот видишь как. Че, я пока сюда тогда откидываю? Давай, откидывай. Вот тут не сгорело. Да. Ветер был с другой стороны. Ну осталось-то, кстати, немножко ведь. Не, маленько совсем. Основная-то масса. Это заложим сегодня вечером, горит до завтра. Да. Большой. О, хорошо отгорело. А? Хорошо отгорело. Хорошо? Да. Ну, снег выбрать, сейчас попробуем работать. Я пока щепок принесу. Ну, сейчас вот это отдолбим и дальше, наверное, пожог придется сделать маленький. Ну, посмотрим. Ну, хорошо. Солнышко, солнышко. Он еще лопатой так убирает. Да? Опа. Ты сейчас... рюкзак засыплешь. Убирай тогда, пожалуйста. Сейчас я тебя сфотографирую. Ты посмотри на кадр. Вот. Видишь, как хорошо. Вот эти фотографируйте лучше фотоаппаратом все-таки. Глыбы убирать придется. Ну давай, бросай, сейчас я уберу.
Работа кипит. Клин под стать кувалде. Сегодня холодно. Намного холоднее, чем в прошлый раз. Ветрище задувает. Устал? Устал? Устал. Устал. Я тут, да. Тяжело все-таки зимой долбиться. В этом плане. Встаешь быстрее, воздух разряженный, холодный. Да, конечно. Дойдешь, это самое. За дровами я ходил. По колено в снегу. А что там с ними? Да вот здесь вот ты надолбил, я смотрю. Да там надо еще сейчас долбить. У тебя припахать хочу маленько. Там я один ствол нашел, сейчас его притащу, отпилю и... Ой, ветрище, провалился. Да нет, ну чай, говорю, пей. Че, пей? Да я хотел... По снятию этой перемычки. Да, зимой тяжелее значительно. Воздух разряженный, дышать трудно. Саша, вот так вот. А? Я говорю, Саша всегда мышкой за нор берет. Кем берет? Мышкой, мышкой. Тихонько так, аккуратненько. Вот так вот примерно. Кувалдой, да? Вот так вот. Знай наших. Блин, он трясит, падла. Расковался. Ну, считай, что... Считай, что взял. Ладно. Потом скажешь, я приду. Пошел камень. Вот сколько трудов. Все тяжело. Наступает последняя фаза перед ночным пожогом. Сейчас соберем все это. Начало очередного дня. Последнего рабочего дня на Адуе. Это зимой, видимо. Число 4 марта. Да. Собираемся. Фукс, на каком дереве это? Скажи мне, кто сидит на каком дереве? За кем ты только что гонялся, блин? С криками по всему лесу. Фукс, где? Покажи, где? Кого ты лаял-то, блин?
Скажи мне, кого ты облаивал? Ну-ка покажи. Голос. Олень, блин. Так а чё, он за белкой, что ли, по всему лесу гонялся только что? Блин. Дурачина. По пути на яму. Ну-кася, ну-кася. А? Не сгорело? Бляха, точно не сгорело. Вот, блин, дра. Странно, некоторые... С края надо всегда. Ну, ладно. Вот Саша что-то там складывает. Вот нашел очередной занор. Самое интересное занор в моей жизни. Пока ничего кроме альбита нету вообще. Один альбит, гребенчатый. Слушай, опять как-то не так показывает. Снимай. Я не говорю, что там что-то не то. А ты... Это, как бы помнишь, мы на этой, на яме снимали. Функция какая-то. Да, какая-то, как этот, как бы с запаздыванием. А аккумулятор не зарядил, да? Да ты что? Он полностью заряжен. А он показывает, что одна часть осталась. Ну, что я могу поделать? Он полностью заряжен был. Ну и хорошо. Сел, наверное. Напротив. Вон альбит, какие друзы. Ну сейчас. Друзы альбитовые. Подожди, держи, держи, сейчас я наведу. Угу. Альбит. Альбитовые друзы. Море, кристаллы чистые, большие, красивые, чуть не прозрачные. И дымчика нет, да? Дымчика нету. Нету ни дымчика, ни... Фукс, Фукс, ты чё там? Чего много? А, ну это хорошо, слюдка. Стерлит попадается. И все. Странно вообще. Часть жилы. Странная часть жилы, говорю. Ну, орбита бы, конечно, запасен. Все, оставшуюся жизнь. Красиво здесь орбит. Ну, он почти прозрачный. Белый. Есть прозрачный. Да, не лунный камень, но очень близок уже. Вот теперь показывают 35 метров. 0 часов 35 минут. О! Чё? Чё там? Да, это, наверное, да. Да. Держи, я снимаю. Мелкие кристаллы. Да, папа не видно. Очень мелкие кристаллы мусковита в альбите. Да? Горловина занора, нет, с другой стороны альбит, он сверху занора не бывает или гребенчатый? Да ладно, без разницы, давай работай. Что, Фукс?